Всем привет, народ, с вами Алекс Фреш, мы продолжаем играть в SnowRunner. Нужно камерку сюда подкрутить, чтобы она не тупила. Итак, карта, как она называется? Юкон, Канада. Мы сейчас, наверное, поедем на точку разведки. Конечно, если мы доедем туда, потому что там видно, что по карте разрушенный мост, а куда нам нужно двигать, неизвестно. Стоп, подожди, давайте миссию выполним. У нас, по-моему, миссия была. А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Ой. Ого. Как я это дело должен взять? Палетка какая-то странная. Так. Погрузить вручную на место погрузки. Где не одупляюсь, где она? На рампу, что ли? Поехали на рампу. Капец, оно выпадает. Оно выпадает. Так. Все, миссия выполнена. Так, пикапчик наш любимый. Погнали. Нет, стоп, надо сначала... А, у нас метка есть. Короче, надеюсь, мы доедем. Вообще, в идеале на этом пикапе еще тарабанить дрова с прицепом туда наверх. Это фигня на острове, как бы. Мы, конечно, можем тут налево идти чекнуть. Наверное, сейчас это и сделаем. Не знаю, что там стоит ожидать. Скорее всего, мы туда нормально не попадем. Ого! Нифига себе, я уже сел. Давайте поближе, наверное. К берегу, хотел сказать к водичке, но к берегу поближе. Отлично. Если честно, понятия не имею, как сюда попасть. Тонкий намек. Поехали. Слушайте, так я что, не зря сюда поехал? По-моему, по центру там дырень какая-то. По высоте мы проедем. Тут камень просто, по-моему, повыше какой-то. А, не, нормально. Та, вообще. Изи. Изи, изи, изи. Ой. Ой-ой. Пара-пара-пам. Что у нас появилось? Миссии, наверное, какие-то. Деревянный мост. О, деревянный мост. Ты смотри. Так, подожди. Если деревянный мост, сюда нужно... Тут кирпичи, а тут что у нас было? Тут был...
Металл и цемент, по-моему. Кирпич, кирпич, кирпич. То есть вот это вот тащить сюда явно не вариант. И мы не сможем это разгрузить. В идеале вот на этой фиговине где-то дрова собрать. Ну тут, по-моему, дрова у нас. Два дрова. Два дрова, отлично. Отлично. И тут деревянный дом еще. А тут непонятно что. Короче, едем обратно. Ой, не то. И куда-то вот сюда. Сейчас налево прокатимся, посмотрим, что там. Судя по всему, кирпичи там есть. Все равно нужно их на карте отметить, чтобы видно было. Хотя бы проезд нормальный. Я думал, что будет хуже. Ого! А, где можно дрова взять? Кирпичик. Давай отмечать его. Так, кирпич отметили. Куда-то можно дальше ехать. Я думаю, что мы туда пока что не поедем. Можно единственное, что вот сюда по асфальту прокатиться и заехать вот сюда, посмотреть, что там. А туда пока я не намерен ехать. Давай, топи. Мост прям в воде. Он, кстати, сгнить может, учитывая его высоту. На четвертой, понял. Так, а куда мост? А, мост сюда же. Ну ладно. Так, поехали. Надо кофейку хлебануть. Как раз. Перед каточкой сделал себе наконец-таки. Супер. Так, куда дорога налево уходит? В неизвестном направлении. Мы туда, конечно же, не поедем. Лужа. С виду не страшная. И вторая дорога наверх. Да вы прикалываетесь, куда они вообще ведут? Это, походу, одно и то же. Ух ты, прям шикарно накатано. Ого. Ого. Давайте направо. Там видно, какахи прям по центру плавают. Так, какая-то деревушка там прямо есть. Мелкая.
Прицеп. Техничка. И какая-то миссия. Серьезно? Переход уже? Давайте хоть отметим. Или отметимся. Я думал, тут завод какой-то. Нифига тут снега. Прикольно. Давайте назад. Пока что нужно с одной картой разобраться, потом уже про другую думать. А нафига там техничка? Она типа нужна будет или что? Хотя учитывая, что рядом магазин прицепов, я думаю, что можно ее сейчас хватануть и туда куда-то оттащить, чтобы не думать про нее. А, вот он уже. Погнали. Кстати, а его подцепит или нет? У нас же типа как, ну, как бы грузовик считается. Ну да, прицеп техничку прям на ура цепляет. Ну, погнали потихоньку. Такой типа скаут, но грузовой. Нам сюда ехать или нет? А, ну да. Что-то в обратную сторону вообще не вспомнил дорогу эту. Не узнал ее. Ну, давай. О, поехал. Еще одна лужа. А где следы наши? Капец. Самое интересное то, что я нормально еду, прицеп прям проваливается в грунт всякий. Кажется, мы тонем, Хьюстон. Нужна лебедка. На, полный выключен, понятно. Что-то я забыл про полный вообще. Так, баки красные уже. Ничего, мы доберемся все равно. Тут уже асфальт, зацеп будет по-любому. Но на завод мы по-любому притащим этот прицеп. Ну или не завод, как он там называется. Ну вы поняли. Капец, дороги вообще не видно. Ого. Ого.
Не понял. А где это было? А, это вот тут было. Погнали туда тогда. Че мелочиться-то? Ну он типа есть, но он нафиг не нужен. Мы там, если что, его сможем купить. Стоп! Стоп, машина. Поехали по железке. Наверное. Поехали по железке. Так будет проще. Капец. Но это все равно быстрее, чем ехать там по грязюке. Согласитесь. Оу, не завались. Рядышком, короче, будем ехать. Тут насыпь хорошая. Из камушков. Бабах. Вау. Вот этого я не ожидал, если честно. Чего? Почему прицеп прицепился? О, отлично. Проехали. Так, давай все-таки на железку. Куда-то, по-моему, сюда нам нужно, да? Так, где он есть? Продать. Так, карта. Че, кстати, не дали бонус за найденный прицеп? Я так и не понял. Так, упавшие камни. У меня до сих пор есть желание поехать по насыпи. А тут вагоны стоят. А там дальше, по идее, можно, наверное. Да, дальше можно. Так, попробуем перескочить. Минус колесо. Не, нормально, проехали. Ух ты, блин, чуть не стукнулся. Снова бочком. Летим! Ну, это та же самая насыпь, судя по всему. А что нужно было? Что нужно? Расходники. Как бы близко. Как бы близко. Камни, кстати, хорошо засыпали все. Сейчас попробую тут спуститься как-то. Это, скорее всего, плохая идея. Ну, как бы, блин. Я это не я, если я этого не сделаю. Оу, а что мелочиться-то? Ёлки-то мягонькие. Ну, подумаешь, бак чуть стукнули. Мы что, не пробили, правильно? Вообще идеально. Идеальный проезд. Они думали, что нам камни помешают. Да хрен там. Мне камни не помешают проехать там, где я захотел. И все. Железку по-любому нужно ремонтировать, чтобы по ней ездить полноценно. Потому что это просто дикая экономия времени. Хоть не сильно удобно, но это явно лучше, чем по тем говнам. Ой.
Что-то я перебрал, малёха. Вот тут надо направо идти. Так, заправочка. Давайте заправимся. Не понял, на заправке или нет? Во. Так, что мы делаем? Мы хватаем вот этот прицеп и тащим его через воду к кирпичам, вот сюда. А потом наверх. И надеюсь, вот эти вот дрова, которые с нами, они отработают. Я надеюсь, но это не факт. Надеюсь, игра нас не пошлет подальше, типа не скажет, что, блин, чувак, тут дрова, дрова выгружай, пригоняй прицеп, потом привози дрова. И надеюсь, течением их не снесет. Потому что я так понимаю, что здесь количество не супер. Кстати, с дровами у нас, по-моему, проблемы нет. У нас есть лесопилка. Дров реально валом, но я бы такой, что дома поразбирал бы, если честно. Лишние всякие. Стоп. А я-то не смогу дрова привезти. Я только сейчас это понял. Ладно, поехали. Я не смогу их привести, потому что... Нам нужен скаут. Прицеп-то я привезу, типа, чтобы дрова засчитались, скаут нужен. Или вот это вот херобора, которая заберет металл. Кстати. По-моему, отличный вариант. Интересно, он сможет взять груз, если он не разгружен? Че он не пашет? А, потом заглушил. Ну-ка, получится взять или нет? Надо как-то разгрузить. Надо как-то это дело разгрузить. И прицеп еще нужно притянуть. Так, разгрузить, разгрузили, отлично. Лебедку бросаем. Фордяк сейчас отгоню немножко. Поехали сюда на завод заедем. А что там, кстати, с топливом на том? Грузовики у нас. А что тут? Пустое ли там что-то есть? Ого. Странный люк какой-то. Ну вы поняли. Люк просто в воздухе. Разрабы не парились. Так. Давай. 89%. Ты чё, блин, совсем уже что ли? Чё это за мельницу он включил? Это как в школьной драке мельницу подрубил только что. И начал вот это вот непонятно что творить. Ты чё, совсем уже поехавший? Ядрить, колотить. Он чё, чокнутый совсем этот кран? Что с ним происходит? Все нормально? Все норм... Ты уверен, что все нормально? Чё-то я ему не сильно доверяю. Этому крану, учитывая, что он только что наш грузовик чуть не перевернул.
И посмотрите просто, куда прицеп закинуло с его помощью. Как бы, думаю, тут комментарии излишни. Так, ну-ка. Отлично. Отлично. Так. Сейчас прицеп нужно туда как-то по-нормальному вывести, чтобы не было с ним проблем никаких. Что не так? А, все так. Понял. Короче, топлива, надеюсь, хватит. Надеюсь. Но как оно будет на самом деле, никто не знает. Так, поеду, наверное, той же дорогой, как я ехал изначально. На том Белазе на нашем. А там проеду или нет, это уже вопрос. Это уже реально вопрос. Надо все подрубать, что-то я забыл. Все подрубать. Че, прямо выскочим или нет, как думаете? Мне кажется, прямо идеальный вариант. Правда, там булыжник здоровый. На который мы сейчас сядем. Причем капитально сядем. Хотя... Очень неплохо. Я прям ожидал худшего. Но это прям вообще вышка. Вот это прикол. Вот и к этому не был готов, что мы прицепом зацепимся жопой. Так, тут, насколько я помню, можно наверх подняться просто вот так вот наискось как-то. Мимо пеньков мы поднимались, поэтому я не буду там вокруг ехать, чтобы снова не завалиться на бок. Мы сейчас просто потихонечку, нормально, потихонечку, уверенно прокатимся, да и все. Где-то там между елками. Я точно тут проезжал или нет? Да, тут. Направо. А теперь налево, и по идее мы прям врубимся в дерево. Отлично, прошел, прям идеально. А вот тут сейчас будет жопа. Тут он может зацепиться. Ну попробуем на удачу. Именно на удачу проехать. Надеюсь, цепляться не будет. И надеюсь, наш прицеп игра схавает. Угу. Даже порожняком не ползет. Ну как сказать, порожняком. Без прицепа, без того. Надо его подтягивать повыше. Везде за собой тащить его нужно. Подтянулся. Вроде да, а вроде и нет. Непонятно как-то. Слушайте, ну не зря у нас кран с собой. Вот прям вообще не зря. Единственное, что топливо расходуется много. Все-таки нужно было заправиться, потому что если нам наверх подниматься за барахлом затем... А, кстати, барахло нужно грузить все. А, нет, стоп, мы все не загрузим. Там три металла и один цемент. Мы все не сможем загрузить. Мы сможем два металла и один цемент загрузить максимум.
Тогда не очень хорошо. Будем пытаться. О, вообще отлично пошли. Прям вообще супер. Даже лучше, чем хотелось. Правда, сейчас походу застрянем, но ничего. Думаю, это будет не самая большая из наших проблем. Поехали потихоньку. О, так тут уже фигня осталась. Мы уже практически на месте. Вообще супер. Слушайте, не зря так сделали. Прям экономия по всем фронтам. Единственное, что, мне кажется, вот тут как-то в идеале спуститься вниз, прям по сугробам. Потому что между этими елками мы не пролезем. Поэтому давайте лезть в снег. Ага, я понял, снег явно хуже. Ладно, тогда полезем между елками. Он 100% зацепится. Хотя мы могли его сейчас перецепить, чтобы он не зацепился, но уже поздно. Если что, за ним вернусь. Да, приехал. А, понял, мы тоже сидим. Сейчас, короче, туда подъеду, прицеп просто отцеплю. И вернусь за ним. Так, открепить. Фух, хоть не опрокинулся, как это обычно бывает. Поехали назад. Слушайте, так по-моему он не зацепился ни за что. Он должен выскочить. Он должен выскочить. Вот так вот хлоп, все, выскочил. Поехали. Отлично, прям вообще отлично. Топлива только мало. Блин, я помню, что мы наверх поднимались, когда у нас было где-то 150 литров топлива. Я понимал, что этого недостаточно.
И сейчас та же самая ситуация происходит у нас. По сути, сюда можно фордяк пригнать, но как-то не камильфо это делать. А металл тоже нужно знать, куда присунуть. В смысле, нечего грузить? То есть вы хотите сказать, что прицеп этот ничейный? Вы мне его дарите? Нахрен он мне нужен? Фух, пропал. Я даже счастлив, что он пропал, потому что думал, нафиг он нам всрался. Так, что можно сейчас сделать? Реально погнать наверх за металлом. И у нас останется два металла. Ой, останется один металл, один цемент. И вот тут неизвестно, сколько кирпича. И вот тут кирпич останется, и снизу кирпич. Но снизу забирать, если что, удобно. Вот металл, это габаритная хрень. Погнали за металлом, наверное. Металл заберем. Может, и цемент заберем. Но лучше металл забрать. Цемент-то такое. И просто спустимся вниз и где-то бросим прицеп на дороге. Чтоб, если что, можно было его заюзать. Наверное. По топливу сейчас посмотрим. Если что, форд пригоним, чтобы заправить. Так, время. Время. 6 утра нам достаточно. Сейчас наверх поднимемся, будет 100 литров. Вот я прям уверен в этом. Будет сраных 100 литров. Лебедочка. Еще лебедочка. Давай. Прицеп нужно протащить тут. Главное, чтобы между елками не зажало. Минус елка. Че у меня колеса вообще налево повернуты? Да, блин, вон прямо дерево, наконец-то. Наконец-то игра поняла, что я хочу зацепить. Пустой, вообще не едет пустой. Тут груженый проще ехал. Наверх сейчас будет тяжело, кстати. Не помню, с полуприцепом я тут поднимался или нет. Мне кажется, это не сильно веселое занятие будет. Говорю сразу, если топливо у нас тут закончится на подъеме, то... То что я буду делать? То я тогда пригоню заправку и буду грузить тогда по полной его. То есть все 5 очков. 2 металла и цемент в таком случае. Если мы из-за топлива тут встанем наверху. О, пошел как активно. Ну-ка. Не, на автомате не хочет. Думал, на автомате выползет.
126 литров. Но до низа я спуститься смогу, наверное. Наверное. Ключевое слово «наверное». Да блин, вон налево целись, не направо. Да, сотка наверху останется. Короче, сейчас будет прям капец по топливу у нас. Прям капец-капец. Куда ты назад цепляешь? Поможем. Чуть-чуть буквально не хватало, да? Так, это есть. Да вон, прямо, блин. Ну не та, но тоже сойдет. Хотел за вот эту, которая справа. Маленькая, ненужная. Так. Смогу я загрузить металл или нет? Надеюсь, кран лагать не будет. Да давай активнее поворачивай. О. Понимает? Нет, я понять не могу. Не поднимает. Нет силы поднять. Нужно будет, короче, чтобы загрузить, прицеп отцепить. Чтобы последний металл загрузить. Ну-ка. Надо выровнять. Не в ту сторону, в эту сторону. Да, вращай, 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 и мы сейчас тебя подальше закинем. Ну, отлично. Ну-ка. Супер. Так. Кран. Где там этот цемент? Ну, в смысле, цемент, блин, тоже сказал. Бетонные плиты. Все равно все нужно забирать. Поэтому нужно по максимуму отсюда увезти. Металл, конечно, останется, но все же. Отлично. Ой, не то. Шикарно. Так. Чё он просто намертво встал тут? Тупо намертво встал. Лол. Это прикольно, конечно. Давай, карабкайся, карабкайся, давай, 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 давай. Супер. Так, открепить прицеп. Полный, наверное, отрубим пока что, и диф отрубим. Конечно, подъехать потом будет сюда не так удобно, ну мне, за моим же прицепом, но... Мы сейчас точно нормально загрузим все. Наверное. Наверное, нормально загрузим. Сейчас будет удар. Заехал, на удивление. Оу! Есть контакт.
Давай, в повороте. Капец. Мне кажется, какое-то колесо мы уже, наверное, потеряли. Так, ну ладно. Главное, что мы можем загрузить. Это главное. Так. Ну давай, вращайся, вращайся, давай. Топливо 86 литров, фигня уже осталась. Я вниз, короче, буду вести груз этот. Отлично. Просто идеально. Интересно, что у нас с колесами? Минус подвеска, понял? Подвеска насрать на нее, в принципе. От нее так толку тут нет. Так, заеду, не заеду? Ага, ну да, без полного, что я заеду-то? Что я заеду-то без полного? Куда я смогу без полного заехать? Идеально. Просто идеально. Глушу. Так, куда нам вообще нужен металл? Я хз, куда нам нужен металл? Бытовку типа нужно сделать. Из чего ее делать, я не знаю. В идеале, короче, просто перекинуть материалы вот сюда. Просто перекинуть вот сюда. Или же просто взять и выгрузить вот тут на склад. Просто таскать и где-то сделать чисто свой склад по барахлу. Кирпичей у нас очень много. Наше дерево серенькое. Лебедочка. Отлично. Слушайте, мы прям маршрут идеальный взяли. Главное там не проехать деревушку-то. Чтоб в ней нормально спуститься, а не вокруг. Чтоб не завалить это все. И загрузились, кстати, на пятерочку прям. То есть весь груз, который нам нужен был, прям все загрузили. Так, что там, все вытаскивает? Можно отрубать? Вырубаю полный, чтобы сэкономить. Но что-то расход у нас вообще нифига не упал. Так, тут лучше подрубить. Нормально так переставило, но знаете, даже на самом деле удобно прям. Чё? Смотришь на одно дерево, цепляешь другое. Это так по-спинтайросовски. Вон дальнее можно, нет? Дальнее. Во, отлично. Это то дерево, которое мне нужно. Шикарно. Так, давайте правее, потом чуть левее. Даже, кстати, без понижения. 15 литров! Ты чё, блин, жрёшь-то как свинья? Просто жрёт как свинья. Кстати, нам нельзя будет реку штурмовать, если у нас останется литров 20. Потому что мы можем там остаться случайно. Или нужно будет просто остановиться там внизу? Ёпты. Чё-то я прям слишком уверен в себе, походу. Учитывая мои действия тут. И как себя груз ведет. Как он тут начинает заваливаться. Да вон дерево слева, наконец-то одуплилась игра. Деревьев ни разу не видела. Ну тут мы по-любому спустимся. Это же по инерции просто.
Кстати, без полного привода, чисто на заднем. Ой-ой-ой-ой-ой. Это опасно, конечно, так делать. Но у нас нет другого выхода. И, кстати, непонятно, поскольку там кирпичей у нас еще. То есть мы точно знаем, что два металла наверху валяется. Так, 45 литров, и мы в деревне. Ну, в деревне. Ну, в смысле, вы поняли. Так. Пенечек, пенечек наш будет. Мы его сейчас слоем задними колесами. Главное, чтобы не бампером. Спасибо тебе, Господи, за патроны и оружие. Не словили бампером его, это прям вообще шикарно. Так, на 40 литрах, не знаю, проскочим или нет. Че, я попытаюсь выскочить. Если что, фордяк прям тут вообще 2 метра до него. Но мне кажется, что движок, возможно, уже выеживается. Возможно. Не 100%, конечно, но вероятность такая есть. Что за говно летит от нас? Встряли. Сам виноват. Сам виноват. Лапки помешали нам. Погнали на спасение. Куда нам ехать? Погнали спасать. Спасать по топливу и выдергивать еще вдобавок. И плюс можно подвеску подремонтировать. Только не знаю, проще задом, наверное, заезжать туда или как. Чтоб там не крутиться. Так, а мы на форде тут проезжали или нет? Да как бы не помню немножко. Реально не помню. Так, но его как минимум течением сносит. Давай поближе. Нужно заправить, отремонтировать, а потом уже по течению тут плавать. Так, ну фордяк прям вообще молодец. Ну-ка, ремонт. Ремонт, ремонт, ремонт. Western Star. О, нифига у нас тут ремонта. Я себя подремонтирую. У нас, оказывается, два модуля. Так. Заправить. Так, это не то. Вот это то. Давай, главное прицеп протянуть и все. Мы сейчас сидим тупо на прицепе. Главное его сдернуть как-то. Оттуда. Или же придется назад сдавать. Так, надо чуть подальше проехать, потому что, по-моему, немного пошел. А тоже проехать остановиться нельзя, потому что течением снесет. Нужно как-то выехать, что ли, куда-то. Чтоб не мешать. Блин, там такая каменюка под нами. Мы хоть проедем? Куда она делась? Там камень был просто огроменный. Я не знаю, куда он делся. Ползем, ползем. Отлично вообще. Прям вообще супер. Просто супер. Кстати, тут будет смешно, если мы завалимся куда-то. Лол, не хватает? Что-то у нас лебедка вообще короткая. Или их укоротили? Прям капец какая короткая. Сейчас будет смешно, если я все уроню.
Фух, считай, проехали. Чё, прицеп туда гоним? Прямо, наверное, на заводик. Там, наверное, его и бросим. Потому что не знаю, куда сейчас металл присрать. А учитывая, что на склады мы ничего не можем складывать, то в идеале это все бросить вместе с прицепом. А потом уже решать. Чё, куда, почему и зачем. Давайте, наверное, подгоним прям к этому. К этому гаражу его как-то. Если я, конечно, смогу нормального подогнать туда. По-человечески, а не как обычно. Чё? Уперся? Капец там коллизия. Ничего так. Коллизия прям на высоте. Идеально. Чётенько, просто чётенько поставили. Все, мы знаем, что у нас прицеп один есть. С барахлом. Так, сюда нам нужны дрова. Сюда нам нужен какой-то хлам непонятный. Запчасти для машин. Для каких? Нам, кстати, прицепчик бы сюда. А, кстати, мы можем за прицепом загонять. Тут купить и все. Или же... О! Мы ремонтируем мост и летим вот сюда за этим барахлом. Поехали. Не понял. Не понял. Понял. Так, дрова. На мост. Мост, мост, мост. А, на мосту мы не были. Деревянный мост. Так. Дрова X2. Отлично. Можем ехать. Единственное, что тут сейчас нужно как-то нам развернуться по-хитрожопому, что ли. Я хз как-то развернуться, так что, наверное, проще вокруг объехать. И... Нет. Думал, кирпичи можешь забрать, потом думаю, нафиг они нам нужны. Кирпичи эти. Погнали. Подвески нет. Но мы, кстати, там можем его отремонтировать. Когда доберемся. Там и топливо есть, и ремонт есть. И, кстати, там... Хотел сказать, форт с топливом есть. Но, по-моему, мы все топливо выгрузили. 90 литров. Но, учитывая его расход, до моста мы точно доберемся. Там, где стоит у нас Western Star и Фордяк. Там мы точно доедем. Куда ехать вообще? Можно сюда, можно туда. Ну как-то тут хоть лужа, но выглядит как-то поскромнее, чем там, потому что там какие-то вообще говна нереальные с виду. Кстати, на удивление, реально экономный. А в идеале знаете, как вообще сделать? Отцепить. Возле того заводика вот эту вот тачку нашу русскую. А дальше поехать на Western Star. Потому что на Western Star у нас есть кран. А здесь крана нет. А так как там забирать какое-то барахло нужно. Валяющееся. Нам по-любому нужен кран. То есть на этой тачке мы никак не заберем. То есть получается ее смысл. Цель. Доехать именно до Western Star. И все. А дальше поедет Western Star. Конечно, да, по грязюке эта штука веселее поедет, но... Нет крана, мы не ставили. Или не ставится, не помню. Хотя, если смотреть по пустому месту, то... Кран есть куда поставить.
О, что-то так рыпнулся активно, а потом раз и все, и сдох. Ох, как дизелек тарахтит. На четвертой. Давайте посмотрим. Я не буду газ бросать. Посмотрим, что будет. Сдохнет или не сдохнет. Потому что продолжает гребсти на четвертой. Брызги какие-то новые тут. Но он по-любому сдохнет. Вот сейчас, когда зацеп появится, он сразу сдыхать начнет. Потому что нафиге этот нагрузки. Тут-то в грязюке, конечно, легко колеса крутить. Первые пошли. На удивление продолжает гребсти. Так, замедляются. Замедлились. Все, сдох. Но на четвертой продубасили. Тупо все там продубасили на четвертой. Ух ты. Новый челлендж. На пятой. На пятой едем. Капец, что там за звуки? Дизелек сейчас развалится, по-моему. По-моему, он сейчас развалится. А можем лебедиться еще вдобавок? Помогать его пятой передаче. Лебедка куда-то вообще в воздух цепляется. Мы, кстати, сюда даже ни разу не ездили. Может, там миссия какая-то есть. Ну-ка, ну-ка, почти выбрались. Но пятая тоже сдохнет, я думаю. Я офигею, если он сейчас реально вылезет и поедет на пятой. Без остановки. Какахи полетели. Гребет еще. Уже выехал, но гребет еще. Что происходит? О, замедляется. Ну, колеса замедляются, я имею в виду. Но гребет на пятой. Офигеть! На пятой поехал! Офигеть! Это рекорд. Это официальный рекорд. Тупо проскочил на пятой. Жестяк. Такого я еще не видел. Реально на пятой поехал дальше. Прикольно. Еще раз попробуем. Тут уже до завода фигня осталась. Кстати, а где Белас просрал уже? Где он валяется? А, его, скорее всего, по-любому ТПшить нужно. И он, наверное, на ферме где-то. Точно, он на ферме был. Оп-оп-оп. И все. Смотри, как активненько. Че, выскочит? Нет. Но там асфальт. Там по-любому зацеп будет хватать нормально. Капец гребет. Просто гребет изо всех сил.
38 литров. Причем с таким расходом. Чтобы так вот на пятой дубасить в пол. Ну, асфальт. Выехал? Прикольно. Реально прикольно. Можно ехать дальше. Так, где там этот мост сраный? Короче, нам сюда нужно. Очень далеко. Стоп, а на упавшие камни нам тоже нужны дрова. Нам нужны дрова на упавшие камни. Это как бы за дровами съездить прям вообще близко. Ну ладно, хрен с ним, потом. Надо только время промотать еще. До 6 утра. Надеюсь, топлива хватит. Хотя реально порожняком едем. Нужно было по пути на нем захватить дров. Че я не подумал об этом, я не знаю. Мне вообще нужно кучу мест, в которых мы были, прочекать на наличие материалов. Или вообще тупо кататься на погрузчике, собирать их и вывозить потихоньку. Потому что материалов очень много. К дому Билла. Ну ладно, то запчасти машин мы их видели, в принципе. Ну, к дому сюда, наверное, доставить. Мы, в принципе, смотрите, мы прям по бочке выполняем очень хорошо. Основные еще ни разу не делали, или одну, может, сделали, я не помню. Не, по-моему, ни одной не сделали, потому что, по-моему, бытовка — это первая. Но мы прям очень хорошо сейчас работаем. Так, заправочка. Мне, пожалуйста, полный бак. Поехали. Уху! Подрубаю полный. Угу. На спуске уже сдох. Интересно, лучше пройди, чем F750 или нет? Третья, давай на первой. Понижайку. Див. Ну, как сказать? Медленно, но уверенно, типа полноценно, нормально, хорошо проезжает. То я просто, в принципе, привык, чтобы пролетать тут на скорости эти лужи, но по факту он груженный, да, он шлифует, но он едет. Равномерно, конкретно едет. Без всяких проблем. То есть однозначно плюс. Опа. О, поехал. Дерево сломалось, и начали, наверное, ехать после этого. Блин, по железке можно было очень далеко уехать. И там только съехать с нее. Короче, нужно рихтовать железку. Можно тупо сейчас реально дрова взять и на железку отправить. Я понял. Ну, допустим. Все. Сломали и дальше поехали. Ну, кстати, колеса хорошо в какахах. Смотрите, почти полностью погружаются. В каких-то местах полностью, в каких-то нет. Вот тут, например, полностью. Кардан такой тоненький, да? О, дратути. Сломал.
Вроде да. Смотришь далее, понимаешь, что нам еще ехать и ехать. Очень далеко. Кстати, можно будет реально заехать за... За дровами. За дровами отремонтировать камни. Ну, вы поняли. Отремонтировать камни. Завал расчистить. И мы сможем полноценно летать по железке. Конечно, с грузом это будет стрёмно, но если аккуратненько, то можно. Это, кстати, прям какая-то узкоколейка, по ощущению. Капец. Я бы тут давно проехал, если бы по железке прокатился. Почему я зацепился? Не знаю. Плывем. Плывем куда-то прямо. Зачем лебедку зацепил? Не знаю. Деревьев очень много. Ого, там что-то есть. Бревно, наверное, какое-то. Прям так аж перевалился, что ли. Ну ты посмотри, куда я, блин, смотрю, не на этот сраный столб. Спасибо. Смотрю вообще влево. Но, как говорили изначально, когда начал игру проходить, говорили, что куда смотришь, туда и цепляет. Блин, смотрю вообще в другую сторону, столб цепляет. Капец. Там, по-моему, сейчас еще лужа будет. Давайте автомат, может, нет? Что-то куда-то начал проваливаться. В неизвестном направлении. Тупо плывем. Фары в воде, колеса полностью в воде. Шноркель по факту нам не нужен. Но какая у нас там была тачка? А, БелАЗ наш. Так называемый БелАЗ. Лаганый, так сказать. Почему? Потому что заборник воздуха стоит высоко. Но хлебает водичку прям вообще на изи. Непонятно почему. Это скорее недоработка, и я не знаю, может, или игроки не замечали эту фигню и не писали в бета-тесте, или разрабам насрать, или они сами не обращали внимания на это. То, что воздухозаборник так низко, а воду хлебает, ой, точнее, высоко. А воду хлебает прям сразу. Кстати, где он вообще есть? Угу, понятно. Но все равно придется топать в гараж. Брать тот прицеп. Что в тот прицеп грузить можно, я не знаю. Но по проходимости я хз, что на нем возить, потому что он никакущий по проходимости. Ну как, кстати, никакущий? Вроде бы в каких-то местах проходит, на удивление, очень хорошо. А в каких-то простых он просто вздыхает. Давай на автомате уже проедем. Сейчас будем везде тянуться и все. Нифига себе, почти 70 литров уже ушло. Да вон дерево прямо, цепани ты его, блин, дубина ты тупая. О, зацепил. Отлично. Просто very beautiful. Поехали. Поехали, поехали, поехали. Да, долго тут пробираться.
По железке тупо раз-два и пролетел. Смотрите, как она кривая справа, прям волной идет. Ну-ка, вот тут тоже, по-моему, склад. Я могу тут разгрузить? Хотя в то же время, смотрите, мы вот тут мы грузили на рампу. Может, чтобы выгрузить, нужно на рампу загрузить, и тогда склад примет это барахло. Что скажете? Мне кажется, вариант рабочий. Но как-то нам слишком поздно его объяснили, если он рабочий. Лавочку можно сломать или нет? Там рядышком проехать можно. Идеально. Погнали. Че, раньше забор не сломал, я не знаю. Нужно будет, кстати, реально проверить, если мы на рампу загрузим, примут на складе барахло или нет. Если примут, мы прям этим будем пользоваться. Так, дорога куда-то дальше идет. Куда-то. Хз, куда вообще? Ну, нам далеко придется проехать сейчас еще. А топлива не так уж и много. Нужно вообще-то экономить, как бы. Принять, следить, закрыть. Задний ход. Выехать нужно из маркера. Выехали, обратно заехать. Не светится. О, светится. Пара-пара-пам. Отлично прям. Вообще супер. 4600 на ровном месте. Так, ну-ка сейчас пока что заглушу, посмотрим. 28%, как бы, ну, четверть уже, считай. Четверть, даже больше, неплохо. Ладно, народ, думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписаться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фрэш, и всем пока-пока.